На банном пруду Воденцова прошел 15-й чемпионат и первенство Московской области по судомодельному спорту. Около полусотни копий катеров, крейсеров и корветов соревновались между собой. Одни в скорости прохождения дистанции, другие в маневренности. Судейская бригада, состоящая из 5 человек, в которую входят 3 судьи всероссийской категории, оценивают качество исполнения своих моделей, полноту чертежей, ну и, соответственно, грамотность выполнения всех технологических процедур. В этом году в чемпионате Московской области принял участие 21 регион, в первенстве – 18. Отличие чемпионата от первенства – в возрасте участников. По банному пруду сплавлялись модели яхт, гражданских и военных судов. Представлены такие виды моделей копий, разделенные по классам F4, B, F4C и F2A. И F2B, и F2C. Характерное отличие этих моделей габаритами. Участники соревнований сначала представляли свои модели на стендовую оценку, затем выполняли ходовые испытания, которые состояли из программы фигурного вождения по строго определенной трассе. Судомоделисты демонстрировали свое умение вождения кораблей на воде. Когда сильный ветер отклонял суда от курса, задача участников усложнялась. Им приходилось удерживать яхты и корабли в нужном направлении и при этом не терять скорость. Модели оценивались по различным параметрам. Учитывались не только их скоростные качества, устойчивость и маневренность, но также изящество изготовления и соответствие чертежам и прототипу. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».